Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Творчество или профориентация? Юнкоры детской студии телеканала «Югра» рассказали, для чего выходят в эфир. Сургут попал на большие экраны. Во всероссийский прокат выходит художественный фильм, созданный в Югре. За сутки вода в реке Ляпин понизилась на четверть метра. В Березовском районе спасатели ликвидируют последствия подтопления. И обо всем подробнее прямо сейчас. Юные футболисты Когалыма прокачают свои навыки в профильном летнем лагере. Специальная смена «Спартак Кэмп» откроется этим летом. Такой проект реализуется при поддержке компании «Лукойл Западная Сибирь». Раскрытие детских талантов и развитие соответствующих инфраструктур обсудили на прямом эфире губернатора Югры Натальи Комаровой. Одна из лучших в России футбольных школ Академия «Спартак» направляет в Когалым специалистов для проведения мастер-классов в летнем лагере. Он будет работать на базе школы номер 5 и на футбольных площадках города. Получить такие ценные спортивные уроки смогут 100 детей. Стоит отметить, что этот лагерь – первый этап развития проекта по созданию школы «Спартак Югра». Все мероприятия по подготовке открытия лагеря смены проведены. Лагерь полностью открыт для готов к открытию и приема детей и специалистов из Москвы со школы «Спартака». Полностью город Когалым в этом году также традиционно подготовит детей для будущих чемпионов в направлении футбола. Сегодня в коридорах и студиях телерадиокомпании «Югра» звенели детские голоса. На главный канал региона с экскурсией пришли воспитанники школ со всего округа, около сотни человек. Все они интересуются телевидением, уже пробуют свои силы в школьных студиях и выпускают программы. А теперь получили возможность увидеть, как то же самое делают профессионалы. Подросткам показали, как устроены студии, откуда в прямой эфир выходят программы телеканала, как вещает главное окружное радио и что происходит на площадке РИЦ «Югра», где проводят пресс-конференции. А также они пообщались с журналистами окружной газеты «Новости Югры», которые входят в состав медиахолдинга «Югра». Более продолжительное погружение в журналистику проходят школьники в детской студии телеканала «Югра». Вместе с моими коллегами они создают передачи, в которых рассказывают сверстникам о событиях в регионе. А некоторые идут дальше, со временем становятся профессиональными журналистами. О том, как работают юнкоры, расскажем в следующем сюжете. Идем, идем. Здесь встаем. Нет, вы идете, здесь и говорим. Вы уже должны закончить фразу. Вот так держаться в кадре и говорить на камеру учат корреспондентов программы «Твое ТВ». На канале она выходит четвертый год. Главными героями передачи, как правило, становятся дети. Причем рассказывают о них тоже дети. Лера Хамедова стала юнкором полгода назад. Раньше рисовала и лепила из пластилина мультфильмы. Теперь хочет больше общаться со сверстниками. Мы ездим куда-то постоянно и снимаем про это такие видеосюжеты небольшие. Это очень даже интересно, потому что мы с помощью этого направления разгораем какие-то в себе другие направления. Это плюс здесь. Я хотела себя раскрыть в чем-то другом, более новом. И вот я раскрыла себя в роли телеведущего. Но не только ведущими. Начинающие журналисты выезжают на съемки. Это могут быть выставки, фестивали, форумы. События показывают глазами школьников. По словам Леры Хамедовой, им нередко приходится импровизировать. Корреспондентские навыки нарабатывают и в вопросах жителей разных городов. Кстати, в программу «Твое ТВ» юнкоры отправляют сюжеты со всей Югры. У нас в лицее есть своя телестудия. И часто мы снимаем сюжеты о событиях не только лицейского, но и городского масштаба. Уже многие годы мы сотрудничаем с редакцией программы «Твое ТВ» и отправляем им свои материалы. И всегда рады, когда они выходят в эфир. Это значит, что мы все делаем классно. Детская студия знакомит будущих абитуриентов с профессией. После нее Катя Манвелян решилась поступить на факультет журналистики. Сейчас она учится на втором курсе и принимает активное участие во внеучебной деятельности. Я даже сейчас пишу курсовую работу по детской студии, и исследования показывают, что молодежные и детские программы, они самые невостребованные на телевидении, но я считаю, что это очень важно, чтобы
наши ровесники и ребята помладше смотрели программы именно для своего возраста. Ее первый проект случился в 6 лет. Екатерина прошла кастинг, а потом до самого выпуска была юнкором. Это помогло в профессиональной ориентации. После школы уже не было сомнений, куда поступать. А еще детское телевидение повлияло на характер. Быть активной, яркой, динамичной. Все это, как показывает практика, помогает не только в журналистике. Алена Постовалова, Антон Ракитин, Григорий Апанасюк, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. В Международный день защиты детей в Югре запустили фотопроект «Первоцветы». О нем на своей странице ВКонтакте рассказала губернатор Наталья Комарова. Героями выставки стали дети, которые приехали в округ из Донецкой Народной Республики. Они поделились с авторами проекта своими мечтами. Так, например, 7-летняя Варвара мечтает о дружной земле и хочет стать стоматологом, чтобы у всех людей была белоснежная улыбка. А 14-летний Данил мечтает поступить в кадетское училище. Его тезка планирует пойти в пожарные. И, конечно, все участники фотопроекта хотят встретиться с родными и близкими. На желание детей Наталья Комарова ответила, цитирую: «Работаем, живем так, чтобы желание каждого из первоцветов, каждого ребенка исполнилось». Конец цитаты. Школьники Югорска отправились на каникулы. Этим летом 160 подростков муниципалитета отдохнут на море. Накануне в детский лагерь «Энергетик», который находится в Анапе, проводили первых 50 человек. Все возможности этого оздоровительного центра югорчанам уже известны. На его базе круглый год проходят спортивные сборы. К слову, в этом году школьники из Югорска смогут отдохнуть в Геленджике и Башкирии. Чуть ближе к нам Медная горка в Свердловской области и совсем рядом Окуневские зори. Мы отправляем Захар в Анапу на сборы спортивные, чтобы он стал суперспортсменом, суперволейболистом. С каким настроением? С хорошим. С позитивным, позитивным настроением едем. Что будете делать? Ну, тренироваться ежедневно. Вот же лето, каникулы, разве хочется? Конечно. Не нарушай режим, слушай тренера. Я жду похода на море. Очень сильно хочу на море. В шаге от титула. Сегодня футболисты «Газпром Югры» поборются за чемпионское звание с московским КПРФом. В Югорске все готово к началу третьего матча в серии. Газовикам для завоевания трофея нужна победа. Московской же команде необходимо трижды одолеть югорчан. Сегодня в Югорске работает мой коллега Дмитрий Пришвицын. Дима, расскажи, все ли готово к матчу? Да, коллеги, здравствуйте. Уже меньше чем через час эта непривычная тишина для этого спортивного комплекса будет нарушена, потому что третий и, возможно, заключительный матч финальной серии Российской суперлиги по мини-футболу начнется здесь, в Югорске, в спортивном комплексе «Юбилейный». В этом году до финала дошли местная «Газпром Югра» и московский КПРФ. Эти команды, напомню, встречались уже между собой 2 года назад, и тогда победу в финальной серии одержали коммунисты. Сейчас же пока счет в пользу подопечных Владимира Колесникова. Оба матча в Москве «Газпром Югра» одержала победу в обоих матчах, которые проходили в Москве. Сейчас же этот матч может стать решающим. Если газовики добьются победы сегодня, то поднимут над головой заветный трофей, который уже давно не был в руках югорской команды. Стоит отметить и то, что в составе московского КПРФ играет сургутянин Артем Ниязов, который ранее защищал цвета «Газпром Югры» и становился в составе этой команды обладателем Кубка УЕФА, но вот чемпионских медалей он добился как раз-таки в команде КПРФ. Прошлый финальный поединок был с «Газпром Югрой», и тогда коммунисты одержали верх. Нам удалось встретиться с Артемом Ниязовым до матча и узнать его настрой на предстоящий поединок. Ну, мысли, конечно, такие у нас. Нам отступать некуда, да, проиграли 2 игры дома в Москве, и сейчас единственный шанс зацепиться за финал, да, чтобы он продолжился. Нужно выходить сегодня, побеждать. Я думаю, все ребята уже, мы так между собой разговариваем, уже все в предвкушении, быстрее хочется уже играть, потому что тут пару дней уже в гостинице сидим, уже устали, если честно, хочется быстрее играть, исправить ситуацию. Ну, не знаю, будем сегодня выходить и пытаться перевернуть историю.
Если сегодня подопечные Владимира Колесникова одержат победу, то, собственно, станут чемпионами. Это чемпионство будет третье в истории «Газпром» Югры. Если же победу одержит команда из Москвы, то завтра здесь же состоится четвертый матч в серии. Если и здесь победу одержат коммунисты, то серия финальная завершится в Москве, где уже команды определят победителя и чемпиона этого сезона. Мы сегодня наблюдаем здесь за очередным противостоянием, болеем за красивый футбол. Ну а я передаю слово студии. Спасибо. Это был Дмитрий Пришвицын, который сейчас работает в Югорске. В Березовском районе ликвидируют последствия подтопления, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС. Речь идет о повышении уровня воды в реке Ляпин на территории Саранпауля. Здесь подтоплены 27 земельных участков и 5 домов. В деревенской школе подготовили пункт временного размещения на 180 человек. Пришла вода также в Хурумпауле, Кулемсунд. Подтоплена по одному придомовому участку. Отмечу, в ближайшие 3 дня в Березовском районе осадки не предвидятся. Стабилизацию обстановки прогнозируют к 5 июня. Сейчас от воды освободились 10 участков и 2 дома. В оказании помощи населению и работах по ликвидации последствий задействованы 46 человек и 21 единица техники. Как сообщает в пресс-службе окружного управления МЧС, уровень воды в реке Ляпин снизилась на 24 сантиметра. За последний год сумма выплаченных долгов по алиментам в Югре увеличилась почти вдвое. Об этом говорили во время горячей линии, которую организовали судебные приставы. В День защиты детей югорчане смогли поговорить по телефону с руководителем управления по региону и уполномоченным по правам ребенка в округе. По словам организаторов горячей линии, такой формат позволяет избежать бюрократических задержек и разрешить проблемные вопросы быстрее. Сегодня в Югре в работе находится 11 тысяч исполнительных производств, связанных с невыплатой алиментов. Это самое распространенное в округе преступление против детей. Однако, благодаря слаженной работе службы судебных приставов, органов региональной и муниципальной власти, можно смело говорить о тенденции к снижению числа должников. В прошлом году удалось взыскать больше 700 миллионов рублей. В предыдущие годы эта сумма колебалась около 400 миллионов. Нам удалось приостановить системный рост исполнительных производств, который прослеживался на протяжении десятилетий увеличения таких исполнительных производств. И, ну, наверное, немножечко с гордостью могу сказать, что в разы увеличилась взысканная сумма возвращенных алиментов. В 2021 году именно в нашем регионе был реализован социально-правовой проект, который предполагал помощь со стороны социальных служб, Федеральной службы судебных приставов, а также и адвокатских организаций, помощь семьям, перед которыми такие обязательства есть. Это в первую очередь прохождение всех законодательно предусмотренных процедур по взысканию алиментов, доведение вопросов до суда. В Югре стартует северный завоз. В отдаленные поселения Нижневартовского района готовятся к отправке баржа с продовольствием, товарами первой необходимости и строительными материалами. Среди прочего на борту фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, а также мороженое. Сохранить скоропортящиеся продукты поможет промышленный холодильник. В списке получателей – розничные магазины, социальные учреждения и, конечно, местные жители. В маршрутном листе команды несколько остановок. Стартует баржа на реке Обь, потом по Ваху и так до Ларьяка. Там разгрузят часть товаров и отправятся по реке Сабун до одного из самых небольших населенных пунктов Соснового Бора. В нем проживает порядка 50 человек. Вернувшись в Ларьяк, команда возьмет курс на Корлике. Вся дорога до села, учитывая остановки, займет примерно 10 дней. По плану у нас на первом рейсе 114 тонн загружаем в этом году. Значит, у нас идет в первую очередь, естественно, это мука для пекарен, в основном она идет у нас. И потом, значит, для реализации тоже небольшая часть. Также у нас овощная группа в этом году, грузим их в пределы где-то 5 тонн, для того, чтобы люди уже могли получить именно свежую. Это и картошка, капуста, лук и морковь, то есть уже этого года. В этом году у нас первый раз мы попробуем завести строительный материалы именно для постройки дома. Это трубы, значит, которые мы раньше не возили, но так как люди тоже хотят и канализацию, и все, то есть мы полностью для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей, мы и промышленную группу тоже расширили ассортиментом. А теперь к событиям, которые югорчане обсуждают в интернете.
Югорчане бесплатно получат необходимые лекарства. Уже сейчас жители округа, страдающие такими хроническими заболеваниями, как бронхиальная астма, гепатит В или С, а также пенсионеры старше 50 лет, болеющие гипертонией, могут получить медикаменты за счет регионального бюджета. Если раньше такие пациенты получали 50% скидку на лекарства, то теперь они положены им абсолютно бесплатно. Добавлю, что такие льготы касаются югорчан, имеющих постоянную прописку и закрепленных за медицинской организацией. На одной из улиц Нижневартовска появится 3D-панно. Граффити с элементами дополненной реальности нарисуют художники и участники проекта «Ярче город». Уже известно, что площадь рисунка составит примерно 14 на 5 метров. По словам руководителя команды Андрея Ольховского, 3D-панно будет посвящено проблемам экологии. Кроме того, он отметил, что мастера планируют создать арт-пространство в старой части Нижневартовска. В Сургуте пройдет ежегодный фестиваль национальных культур «Соцветия». Отмечу, что мероприятие в этом году пройдет уже в 19-й раз. Его участниками станут общественные этнические объединения и творческие коллективы Сургута. Основная тема фестиваля – «Год детства в Югре». Так, в рамках мероприятия пройдут соревнования по шахматам и нардам, этноплощадки, национальная дискотека и многое другое. Добавлю, что фестиваль состоится 5 июня на площади театра «Сургу». Советский район присоединился к плоггингу. Так, более сотни студентов Советского политехнического колледжа и волонтеры серебряного возраста в городском парке собрали больше 40 мешков мусора. И это всего за час. Напомню, что плоггинг – это экологическое движение, в рамках которого активисты на бегу убирают территорию. Важно не только быстрее других прийти к финишу, но и собрать как можно больше мусора. К слову, подобные мероприятия прошли по всему региону. В Советском районе плоггинг-забег прошел во второй раз. Мы набрали, лично я набрала почти целый мешок именно стекла, различные бутылки, осколки. Это очень обидно и губительно, так как в лесу гуляет много детей, а осколков там немерено. Экологическое воспитание невероятно важно как для взрослых, так и для подрастающего поколения. Мусора много, да, порядка 12 мешков собрали. То есть как и мелкий мусор, так и большой. Мы студенты колледжа, волонтеры, помощь, молодежь. Хвойные деревья можно назвать природными антисептиками. Они выделяют фитонциды – вещества, которые убивают микробы. Поэтому в наших лесах так хорошо дышится, а будет еще лучше. В Ханты-Мансийске нефтяники высадили более сотни новых саженцев. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Вот они, хозяева тайги, величественные сосны и кедры. Деревья исполины могут достигать высоту 40 и даже 60 метров, но это примерно через 500 лет, ближе к старости. А самаровский Чугас – лес молодых. Сейчас в Ханты-Мансийске появились и хвойные ясли. 30-сантиметровые саженцы высадили волонтеры и сотрудники «Газпромнефть Хантаса». Среди них Михаил Платонов. Главный специалист компании каждый год участвует в посадке леса. Я достаточно давно живу здесь в городе, больше 20 лет. А конкретно в компании это уже не первая акция, но в принципе я занимался еще со школы. То есть я даже в школьные годы, можно так сказать, в летние периоды пару раз работал в Самаровском Чугасе. Поэтому нам приходилось точно так же убирать территорию. И деревья сажать. Сегодня волонтеры-нефтяники посадили 1000 квадратных метров нового леса, а следить за ним будут уже воспитанники межшкольного учебного комбината. Дело ответственное. Важно, чтобы саженцы окрепли. Через заботу о них дети смогут ближе познакомиться с природными процессами и постепенно развивать ответственное отношение к экологии. Здесь они снова могут брать пример со старших. Нефтяники провели субботник сразу во время посадки леса. Что нам надо, чтобы сохранить этот лес, эти родники, этих наших краснокнижных животных, которых у нас под сотню? Ну, объединить усилия. Я даже не знаю, что еще надо сделать. Чтобы любить природу, надо ее знать. Чтобы ее знать, надо изучать. Давайте вместе изучать и сохранять. Получается, что новый лес может связать целое поколение. От старшего к младшему. Возможно, что дети, которые будут за ним следить. Потом, как и волонтеры «Газпромнефть Хантаса», тоже высадят деревья. Сделают наши югорские леса богаче, а воздух и окружающую среду в целом чище. Анна Шуркевич, Василий Сысоев, Юрий Гурьев. Телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Предпринимательница из Излучинска получила знак качества «Сделано в Югре». Анна Тарасенко уже 5 лет занимается швейным делом. У девушки домашняя студия. Мастерица шьет по индивидуальным заказам, поэтому у нее можно приобрести вещи, которых не будет больше ни у кого. Сейчас девушка специализируется на детской одежде, но хочет создавать вещи и для взрослых. Планов у Анны много. Например, она мечтает открыть творческую мастерскую, в которой сможет обучать шитью, а также рисованию взрослых и детей. Помимо этого, Анна планирует продавать свои изделия на известных маркетплейсах.
Заказы я принимаю полностью все онлайн. То есть я скидываю фотографии, как человек может снять мерки, скидываю ссылку на альбом, где человек может выбрать ткань. Вот. Мы детально все обсуждаем до мелочей, до пуговок, до рюшек и все тому подобное. Вот. Человек оплачивает заказ и потом приходит, забирает либо на пункте выдачи, либо если это человек с другого города, то отправляю почтой России. «Сургут» покажут на больших экранах. Фильм югорского режиссера выходит в российский прокат. Создание и заключительную подготовку фильма «Рэпер» сделали полностью в Югре. Историю творческого парня, идущего к своей мечте через терни провинциального города, покажет режиссер Стас Крючков. Ему удалось собрать в регионе команду для съемок полнометражного фильма и добиться проката в кинотеатрах России. Как в «Сургуте» рождалось профессиональное кино, узнала Екатерина Нефедова. Начинали снимать сериал, получился полнометражный фильм, достойный широкого проката. Стоило режиссеру Стасу Крючкову увидеть двоих друзей Антона и Азиза, сценарий сложился сам собой. Парни – подходящий типаж под главных героев. История хорошая и она живая. Про простого парня, который живет своей мечтой, совершает какие-то глупости и хочет добиться чего-то, но при этом совершает ошибки. Поэтому я думаю, что многие увидят в этом фильме себя. Герои сыграли максимально естественно, потому что это жизнь. В Александре Фугале, этом скромном парне с аккуратной прической, режиссер рассмотрел дворового хулигана, пригласил на кастинг и сразу утвердил на роль. При этом сам Александр говорит, что злодей в фильме не он, а именно главный герой. Скорее всего, посыл молодежи, чем нельзя заниматься, и надо делать просто то, что любишь. То есть в данном случае человек любил музыку, но совместил это с какими-то грязными делишками, и у него появились какие-то проблемы. Несмотря на название, рэпа в фильме будет немного. Раскрывает экранные секреты Стас. Куда больше жизненных драм. Во всех моих фильмах есть очень такая холодная драматургия. Все, кто знаком с моим творчеством, видят обычный мой классический стиль, как я и снимаю. Снимали фильм на чистом энтузиазме, без спонсоров и гонораров. Это не единственная работа сургутского режиссера, но первая, которую увидит массовый зритель. Перед премьерой Стас не волнуется. Говорит, что уже добился своего. Я уже рад, что это в принципе состоялось, что кино, снятое в Сургуте, вышло в какой-то прокат, даже федеральный. Поэтому я надеюсь, что это будет мотивацией, толчком для других видеографов, там, кому угодно, режиссеров. Понять, что это возможно. Фильм «Рэпер» выйдет в широкий прокат 2 июня. Его покажут во многих регионах России, от Ярославля до Сахалина. Те, кто не успеет посмотреть сургутскую картину на больших экранах, смогут найти ее в интернете на популярных киносервисах. Екатерина Нефедова, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Первый день лета в Югре оказался солнечным, однако местами могут пройти грозы. Все дело в циклоне, об этом сообщают специалисты окружного гидрометцентра. Столбики термометров днем поднимались до 18 по Цельсию. Ночью станет значительно прохладнее, до 1 градуса. Кроме того, обещают дожди. К концу недели в западных районах округа распогодится. Сюда придет антициклон. Температура воздуха начнет расти до 20 градусов по Цельсию. А на смену северному ветру придет южный. Однако в восточной части региона останутся отголоски циклона. Потеплеет на всей территории Югры в начале следующей недели. В целом, как говорят специалисты, июнь будет теплым, но дождливым. Средняя температура воздуха 13-16 градусов, что в пределах нормы для первого летнего месяца. У юных ханты-мансийцев время водных процедур. Накануне в окружной столице дети решили отметить первый день лета в фонтане. Для этого они облюбовали достопримечательность на площади Свободы в районе Самарова. Благоустроенных пляжей в городе нет, а в жаркий день после активных игр освежиться хочется. Но затея это небезопасно. Фонтаны не предназначены для купания. Это может нанести серьезный вред здоровью. Высокое давление, открытые трубы, арматура, электрическое оборудование и инфекции. Последствия могут быть непредсказуемыми. Поэтому спасатели рекомендуют и детям, и взрослым от игр в городских фонтанах воздержаться. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра».